Итак, встречайте ту самую легендарную цепь Граф, объемную, полновесную, великолепную и самое главное, что абсолютное лично у меня ощущение создается, что это чистое золото, настолько она объемная. Посмотрите, средний вес изделия почти 27 граммов. А у меня сразу к вам вопрос. Маша, скажите, а может ли ювелирная цепь соперничать по своей прочности, допустим, со стропой парашюта? Я даже не могу это представить. А может, я вам точно говорю, может, если это цепь Граф с завода Красная Пресня. Конечно, потому что Красная Пресня, этот завод известен не только в нашей стране, но и за пределами благодаря своему уникальному качеству, особому подходу к каждому украшению. Расскажите нам, какая технология этого уникального плетения? Панцирная базовая технология. Да. С виду эта цепь выглядит абсолютно легкой, но я скажу, что вес меня самого потрясает. Она абсолютно полновесная, тяжелая такая достойная цепь. При этом панцирное плетение, которое называется базовая технология панцирная, обеспечивает нам особую прочность этой цепи. Да, это самое главное. Также звенья, расположенные друг в друге в одной плоскости, они еще и отшлифованы с двух сторон, что дарит нам, конечно, характерный блеск, неповторимый образ. И самое главное, что такое украшение выглядит солидно. Солидно, полновесно. И я еще открою еще один секрет. И этот секрет заключается в том, что у нас электросварные швы. Каждое звено закреплено друг с другом не с помощью пайки, а с помощью электрической сварки. Это значит, что наша цепь будет такой прочной, что сможет выдержать любую крупную объемную подвеску, любые абсолютно дополнительные аксессуары в виде талисманов. Но и просто, когда мы носим такие цепи, мы очень часто можем зацепиться за ручку дверной двери. Мы можем с нашими близкими обниматься, и, допустим, мои дети постоянно тянут цепи и могут их порвать. Эту цепь не разорвет абсолютно ничто. Это плетение уникальное. Его еще сравнивают с плетением даже кольчуги. Настолько оно надежное, но при этом, посмотрите, сколько блеска, золотого блеска. Как только я ее увидела впервые, я сразу сказала, это чистое золото. Настолько она выглядит, как из полновесного золота, что даже невозможно от нее глаз оторвать. Торопитесь, потому что такой цены на такую крупную, объемную, брутальную, красивую цепь просто невозможно ничего подобного найти. Итак, мы сейчас вместе с вами любуемся уже на Владимира не только как гемолога и телеведущего, но уже и как модель талантливую. Расскажите нам свои ощущения. Ощущения великолепны. Цепь выглядит абсолютно полновесной, золотой. Я ощущаю ее, понимаете? То есть я как мужчина себя ощущаю в этой цепи. Это о чем говорит? О том, что эта цепь подойдет не только дамам, но и мужчинам. Мужчинам, наверное, в первую очередь, я бы сказал. И сегодня, если выбор эксперта есть, то это мой выбор. Так, в этом случае я с вами не согласна, Владимир, потому что эту цепь я выбрала и для себя. Потому что я, как человек стильный, я люблю носить крупные аксессуары, крупные подвески, и в данном случае эта цепь мне также подойдет. Абсолютно у всех моих близких будет создаваться впечатление, что эта цепь стоит более чем 30 тысяч рублей. Потому что выглядит она, конечно, фантастически объемная. Мы с вами понимаем, что это полновесная, она очень тяжелая. Ну и самое главное, это, конечно, то золото, которым покрывается наша серебряная цепь. И оттого наш образ выглядит очень статусно, престижно. Поэтому нельзя ограничивать эту цепь, как только мужскую. Нет, для уверенных в себе женщин, для женщин, которые хотят быть уверенными, эта цепь подойдет идеально. Итак, ширина нашей цепи, давайте на нее посмотрим, 4 миллиметра. Прекрасно. Пока мы с вами любуемся, кто-то уже приобретает. Самое интересное, что размер длин здесь, выбор очень важен. 45-70 сантиметров. Это огромный выбор. Ни в одном магазине ювелирном такого выбора нету. Это точно.
Ну что, Владимир, мы будем проводить сейчас настоящий тест, так скажем. Я хочу сказать, что для мужчины в первую очередь важно что? Важна прочность, важно качество. И сейчас я хочу вам показать эту цепь, которая... Вот, посмотрите, я готов ее просто тянуть, вытягивать, но это моя цепь, я могу с ней делать все, что хочу. Это моя цепь, она прочная, она крепкая, и выглядит она полностью как полновесное золото. Я хочу сказать одну интересную новость, Маша. Я позавчера встречался в городе Орле с нашими покупателями, и среди них была Нина Ивановна. Да. Вот, она уже давно приобретает изделия в нашем телемагазине. Так вот, она всегда за качество, и вот... И это изделие я советую купить ей. Почему? Потому что 49 лет назад Нина Ивановна подали заявление в ЗАГС с Виктором Михайловичем. Представляете? И вот эта цепь прекрасно подойдет для подарка Виктора Михайловича. Так, ну и не только Виктору Михайловичу, но и прекрасным женщинам. Посмотрите, какая у нас элегантная, прекрасная модель Елена. Но насколько... Насколько женственно, насколько ярко выглядит эта цепь. Она абсолютно создает впечатление золотого колье. Вот, я утверждаю. Вот я для себя выбрал цепь длиной в 50 сантиметров. А у нас есть размеры от 45 до 70, Маша. Это просто, вот я еще раз говорю, что 70 размера это для мужчин. Таких вот особо, наверное, крупных таких мужчин и особо солидных людей, у которых накачаны мышцы. И вот эта полновесная цепь вообще абсолютно золотая, абсолютно полновесная. Так она выглядит, понимаете? Итак, так. И все эти ощущения я вам пытаюсь передать. Экране. Цепь граф, выполненная из серебра, покрытая золотом 585-й пробы, замок карабиновый, который используется у нас в самых дорогих украшениях, в самых дорогих колье. И самое главное, это плетение панцирное, алмазная обработка, размер 45 до 70 сантиметров, средний вес 26,41. Скидка 2300 рублей. Ну и самое главное, я хочу напомнить, что отшлифована наша цепь с двух сторон, расположенные в одной плоскости звенья. Характерный блеск, неповторимость плетения, которые сравнивают даже с плетением самой кольчуги. Солидное украшение для солидных леди и джентльменов. И самое главное, мужчины, массивность, панцирная технология, электросварные швы, это все супернадежность.